Заходим в новую корпоративную почту, выбираем настройки аккаунта и переходим к настройкам почты. В личном кабинете находим почту, она находится близко к самому концу. Щелкаем по настройкам. Здесь нас будет интересовать пересылка. Самая первая строчка – включить пересылку. На один почтовый ящик уже оформлена пересылка, а мы добавим еще один почтовый ящик. Мгновенно после этого к нам придет письмо подтверждения команды домена. Команда NN State Technical University подтверждает, что эта операция прошла успешно, и вы будете получать письма, присланные на новую корпоративную почту, на свой привычный старый адрес.